Итак, друзья, мы продолжаем серию наших прямых трансляций. Еще раз скажу, что идет у нас заключительный, решающий и самый главный тур. Сейчас встречаются в форме преимущественно белого с вкраплением синего цветов команда «Газпром Интернешнл». Их соперники «Пульсар» играет в форме лазурного и черного цветов. Команды в турнирной таблице решают разные задачи. Ну, вот я уже говорил, что она разбилась на две четверки, лидирующую и отстающую. Вот «Газпром» у нас играет в лидирующей. Находился до начала этого тура на четвертом месте. В принципе, ситуация никоим образом не изменилась, поскольку не все представители четверки лидирующей успели провести свои матчи. По поводу шансов на то, чтобы подняться вверх, ну, «Газпром Интернешнл» это сможет сделать с большим трудом. Но вот ТКБ и команду HSBC уже догнать, насколько я понимаю, не получится, поскольку при равенстве очков будет преимущество HSBC по результату личных встреч. То же самая ситуация по отношению с ТКБ. Но вот можно попробовать обогнать Московский кредитный банк, который идет сейчас на третьей строчке. Притом опережает МКБ и «Газпром Интернешнл» только на 2 очка. В общем, ну, все, как пелось в известной когда-то песне, все реально, а не виртуально. Что касается «Пульсара», они у нас в нижней четверке. До начала этого тура занимали 5-ю строчку. Ну вот сейчас их опередил и «Газпромбанк», и «Промсвязьбанк», и «Банк МТС». Поэтому, ну, тоже «Пульсару» придется решать свои локальные задачи. «Пульсар» уже сегодня на площадку выходил. Тогда проиграл «Газпромбанку» с достаточно крупным счетом. Но, вы знаете, вообще оставил после себя такое неплохое весьма впечатление. Что касается турнирной истории и теперь «Газпром Интернешнл», начали они свое выступление в данном сезоне, ну, просто отвратительно. И, как, просто зла не хватало у моего сокомментатора Андрея Ежикова, когда он критиковал действия «Газпром Интернешнл» и обращал внимание на то, что, ну, «Газпром» поднялся к нам в конференцию «Б» из конференции более низкой, «С». Ну и вот любил он говорить, что для «С» мастерства хватает, но в «Б» делать команде нечего. Тем не менее, по ходу нынешнего сезона «Газпром Интернешнл» набирал обороты, менял свою игру, пришли даже два новых игрока, и вот они сейчас находится на площадке. И это, конечно, значительно изменило выступление «Газпрома». Пичугин сейчас ударил издалека. Там возникли сложности у вратаря. Тут руками чуть в притирку с девяткой мяч не переправил. Ну, один из немногих ударов. Пока игра у нас идет абсолютно равная. Пичугин подсказывал, что надо кому-то поддержать его. Давайте расскажем мы вам сейчас о составах, пока этот футбольный котел и поле не бурлит. Есть у нас такая возможность. Итак, за «Газпром Интернешнл» у нас играют вратарь Руслан Багаудинов, полевые игроки 19-й Евгений Ядрышников, 27-й Евгений Ведушинский, 7-й Сергей Рындин, 69-й Кирилл Ефимов, 9-й Николай Пичугин, 44-й Алексей Носов, 33-й Игорь Агапов, 17-й Тимур Каратенко и номер 99-й Антон Зинин. За «Пульсар» играют вратарь Олег Дьяконица, полевые Антон Ледовских, он 4-й, 5-й Анатолий Христиановский, 12-й Мингиян Анбушинов, 2-й Николай Попенков, 17-й Алексей Фадеев и номер 6-й Денис Старушок. «Пульсар» играет только с одной заменой, а вот дружина Дмитрия Кузнецова намного серьезнее. 4 игрока могут выйти в любой момент на площадку. Может быть, и сам Дмитрий Кузнецов. Очень известный, можно даже сказать, великий игрок. Который играл, естественно,
на профессиональнейшем уровне. Опасный момент сейчас в исполнении и «Газпром Интернешнл». Не смогли они забить. Пульсар играет, ну, от обороны, пытается на контратаках поймать удачу. Вот пока таких контратак не было. 0-0 до сих пор. При этом обороняется Пульсар здорово. Ошибок мы пока не видели у них в обороне. Классный прорыв 33-го номера. Трех человек он накрутил и передачу сделал. Пичугин мяч выцарапал, сам пошел вперед. Здесь вратарь здорово сыграл. В последний момент среагировал на удар. Такой полуудар, полуудар, толчок по своим воротам. Еще один удар, но здесь выше ворот Семенов пробил. Такая игра напоминает качели, которые то в одну сторону поля летят, потом в противоположную. Пичугин. Ну, в основном пытаются команды добиться успехов за счет индивидуального мастерства. Пичугин. И снова двоих накрутил, поворотом ударил. Такой чисто командной, позиционной игры, игры в пас мы практически не видим. Ульсар вот сейчас может выстрелить на контратаке. Нет, не выстрелил. Холостой получился. Носов. Пульсар, ну вот у них тоже командная игра никогда не шла. Пасы получались средними по качеству. Конечно, после предыдущего матча такой футбол смотреть достаточно тяжело. Не такой он событийный, не такой быстрый, красивый, интересный, но... Тем не менее, в нем есть тоже свои плюсы. Меньше двух минут остается до свистка на перерыв. И если «Газпром Интернешнл» за эти две минуты не забьет, я думаю, они слышат много нового о себе от Дмитрия Кузнецова. Хотя, может, и не нового, потому что такое случается частенько. В плане нотации, при том самых, что ни на есть, жестких. Как правило, они оказывают положительный эффект. Пульсар сейчас в контратаке. Шестой номер там завозился, все-таки ушел от опеки. И от подката он ушел, от опеки он ушел. А вот ошибку все-таки допустил. Такой футбол, да, достаточно сумбурный, лихорадочный. Даже сложно сказать, открытый он или закрытый. Поскольку, ну, сакцентировать свое внимание на каком-то отдельном эпизоде иногда очень тяжело. Пичугин. Семенова дал. И, нет, не потеря, все-таки сохранили мяч. Носов. Человек с депутатской фамилией. Депутатско-писательской. Снова Пичугин. Не нашел момент для удара. В итоге заработал угловой. 10 секунд. Тут надо успеть хотя бы угловой. А выполнить. Снова неточный удар. Ну что ж, команды идут на перерыв. Давайте послушаем их совещание, а потом продолжим.
Итак, у нас продолжается встреча «Газпром Интернешнл» и «Пульсара». Здесь вот вроде бы отвлеклись мы на то, что начали пытаться предсказывать результаты большого футбола, но он сегодня будет впереди, все мы его успеем посмотреть. Сейчас пока все внимание на наш футбол мини и футбол корпоративный. У нас 0-0. Пока «Газпрому» и «Пульсару» практически не удается создавать опасные моменты. Как-то вот глохнут и те, и другие команды в районе центра поля, который является, ну, таким своеобразным болотом, где вязнут и футболисты, и мяч, и все начинания. И что, конечно, неприятно для «Газпром Интернешнл», там же вязнут и их надежды на то, чтобы опередить московский кредитный банк, который для них является главным соперником. Здесь «Газпром» ведет борьбу уже за бронзовые медали, не надеясь на серебро и золото, поскольку, ну, шансов на это нету. Активно наблюдает за этой встречей также и Транскредит Банк. Они надеются на то, что удастся им одержать победу. Если такая победа состоится, то Транскредит Банк становится обладателем золотых медалей наших соревнований. Я не сомневаюсь, что эта встреча будет показана в рамках прямого эфира. И вам удастся ее посмотреть. Поэтому далеко не уходите, пусть вас вот та игра, которая сейчас идет, не усыпляет. Я думаю, что Транскредит Банк очень радует то, что они видят на данный момент. А именно, ну, такую... как бы это правильно сказать, чтобы не обидеть. «Газпром Интернешнл», ну вот эти беззубые атаки. Атаки бесхитростные. С другой стороны, «Пульсар» тоже команда, которая иногда удивляет нас. Вроде бы ничего особо не показывает она, но играет неплохо. У того же «Газпромбанка» сегодня не сразу получилось «Пульсару» назабивать. Поэтому тоже судить здесь тяжело. Да и «Газпром Интернешнл», который иногда запрягает очень долго по ходу дня. Поэтому, ух, вот здесь великолепный-то момент был, чтобы забить. Впрочем, если «Газпром Интернешнл» не одерживает в этом матче победу, то не теряет шансов на борьбу за бронзовые медали. Сегодня будет еще многое зависеть от собранности московского кредитного банка, от собранности моральной, от того состава, который приедет сегодня, потому что в данном сезоне частенько отсутствовал у них Борис Безрукавников, главный игрок, капитан, создатель, вдохновитель, да и тренер этой команды. Ну а сейчас «Газпром Интернешнл» все-таки забивает гол за счет удачного рикошета. Счет становится 1-0. Ну, не знаю, насколько, но должны быть все-таки удовлетворены «Газпром Интернешнл»овцы таким результатом. Хоть и гол фартовый, но в любом случае это лучше, чем 0-0. Для уверенности нужно забивать все непременно еще. Ну и, конечно, самое главное — это показывать хороший футбол. Потому что с такой игрой выходить против Транскредит Банка — это, ну, такая штука практически безнадежная. Андрей Ёжиков хоть и обращал внимание на кадровые потери Транскредита, но тем не менее, Транскредит сегодня находится в блестящей форме. Он будет рвать и метать для того, чтобы опередить HSBC в этой чемпионской гонке. Победа им нужна обязательно. Только этот результат их устроит. Ну или, как я уже говорил, ничья в матче против «Газпром Интернешнл» и ничья в матче против МКБ. Хороший перехват «Газпром Интернешнл». Численное преимущество, но вот снова они очень долго запрягали. В итоге все вернулись. Там Пичугин совсем начал уходить на край поля, но все-таки удалось эту атаку закончить взятием ворот. Счет становится 2-0.
Вот потихоньку «Газпром Интернешнл» приходит в себя и начинает, ну, как-то напоминать свою привычную игру, что самое главное. Вот и моменты начинают появляться. Ну, с другой стороны, может быть, уже у «Пульсара» меньше становится сил на то, чтобы пресекать вот эти атаки на корню. Не торопится «Газпром Интернешнл». Ну, куда им торопиться? 2-0 ведет, уже неплохо. Не хватает пока «Газпром Интернешнл» такого, что называется, последнего паса. Паса, после которого можно будет бить. «Пульсар», давненько мы их не видели в контратаке. Пытались они мяч не потерять, сыграть как раз на удержание, но ничего не вышло. Удар от ворот. Очень быстро выполнен. Потеря мяча на пустом месте, совсем ненужная. Неправильный. Вот мяч с линии поля. Нужно повторить, но теперь «Пульсару». Очередная атака «Газпром Интернешнл». Такой идет достаточно усыпляющий футбол, но HSBC с ТКБ настолько высоко задрали планку, что теперь взять эту высоту кому-то будет тяжело. Я думаю, что смогут взять ее сами представители ТКБ в матчах против Московского кредитного банка и «Газпром Интернешнл». Ну, не устаю я говорить о предстоящих поединках, но тут тоже можно, я прошу вас, меня понять. Поединки-то решающие. Именно их мы ждали весь сезон. Разбежался игрок. Но тут неожиданно поле закончилось. Тимур Каратенко. Нелегко ему сейчас мяч на ногу. Меньше 2 минут до финального свистка. Еще один момент у «Интернешнл». 3-0 становится счет. Ну, теперь все. Действительно комфортное преимущество. Потеря мяча. Шел он за пределы поля. «Пульсар», ну, есть время на то, чтобы забить хотя бы гол престижа. Уже будет повеселее. Носов. Долго держит мяч. Рындин вышел. Ну вот несколько резервистов вышло сейчас на площадку. И Дрышников тоже вышел на поле. Он традиционно держится рядом с чужими воротами. Там меняет одну штангу на другую в своих объятиях. И ждет передачи на себя. Удар по воротам. Здесь защитника пришло. 10 секунд есть на то, чтобы сделать что-то еще более красивым. Все, звучит финальный свисток. Мы ждем следующие матчи.